Заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев и руководитель администрации «Химок» Владимир Слепцов накануне посетили недавно открывшийся в нашем округе коворкинг-центр. Он предназначен для бизнесменов, у которых еще нет своего офиса. Здесь они могут арендовать площадь для работы по системе абонементов. Стоимость абонемента на месяц от 12 до 17 тысяч в зависимости от условий. Здесь особые тарифы корпоративные. Например, если команда больше 6 человек хочет сесть, им предоставляются более выгодные условия. Также они могут арендовать не просто место в open space, а рабочий офис. Полностью они могут снять рабочий офис для всей команды. Вот, например, на заднем плане мы видим как типовой офис на 8 человек. На площади около 2000 квадратных метров одновременно могут работать 250 человек. Кроме офисного пространства с бесплатным Wi-Fi в коворкинг-центре есть кухня, детская комната, зоны для отдыха, занятий спортом и йогой, магазин, ниши для неформального общения, а также капсульный отель для тех, кто остался на ночь. В Подмосковье именно «Химки» станут лидером в продвижении такого формата работы, отметил Денис Буцаев. «Химки» должны быть застрельщиком, лидером этого процесса в силу того, что «Химки» вместе еще с несколькими муниципалитетами у нас относятся к категории лидеров по количеству малого и среднего бизнеса. И, естественно, формат коворкинга, как наиболее современная форма работы малого и среднего бизнеса в предпринимательской среде, должна обязательно в «Химках» присутствовать в разнообразии. В этом году в «Химках» будет открыт еще один коворкинг-центр, где в пакет услуг будут входить бухгалтерское и юридическое сопровождение, офис-менеджмент и секретариат.